Всем привет, всем привет! Ну а у нас видео от подписчика. Итак, открытие золотых ключей. Я уже много раз говорил вам, что надо обязательно что-то копить. Это было еще в начале февраля. Так вот, сегодня у нас подписчица открывает куча ключей. Но зеленый, как обычно, мы перемотаем. Ну, на результаты посмотрите в конце. А сейчас конкурс. Итак, надо найти среди золотых ключей, какое самое минимальное количество торнов выпало у человека. Ну и, конечно, указать время. Жду ваши комментарии и будем разыгрывать также 3 сотки среди 3 подписчиков. Ну а результаты будут в субботу на стриме. Давайте! Can I be where you are?